В Ачинской больнице скончалась школьная учительница. Как сообщает местный телеканал ОСА, Лариса Чеплинская поступила на госпитализацию, снимала короткие видео из стационара. В них она говорила, что ей необходима консультация врача. У женщины был сахарный диабет 2-го типа. Когда Чеплинской стало хуже, ее перевели в реанимацию и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. На следующий день она скончалась. Родственники собираются обратиться в прокуратуру. Я Чеплинская Лариса Николаевна. Болею с понедельника на вторник, заболела с 19 числа. Вот приехала, ставят мне антибиотики и гормоны. У меня сахарный диабет 2-го типа, куча заболеваний, букет. Нужна срочная консультация доктора, добиться ничего не могу. Повышается сахар. Я считаю, что я все равно должна была быть. Как-то врач хотя бы должен подойти, посмотреть, ознакомиться и поговорить с пациентом. Ну, по крайней мере, раньше всегда так было. Человек поступал, к нему приходил врач. А тут такого не произошло. То есть человек бился. В Ачинской межрайонной больнице оперативно прокомментировать ситуацию нам не смогли, но обещали, что обязательно проведут проверку. Ситуация в здравоохранении региона остается очень напряженной. Медики работают в стрессовых условиях. Многие месяцами не выходят из красной зоны, жертвуя своим здоровьем и даже жизнью. Каждый из нас может им помочь. Нужно просто соблюдать меры безопасности в общественных местах, надевать маску и соблюдать дистанцию.